Я Рогозин знаю с 88 года. Рогозин происходит из высшей элиты КГБ СССР. Его родственники были в руководстве КГБ СССР. Он часть этого правящего слоя. Изначально является пазлом высшего элитного слоя политического. Это человек очень образованный, очень хорошо говорящий, понимаете? Блистательный публичный политик. Он просто последние годы был чиновником. Но если Рогозин выйдет на экран, то именно он и будет Жириновским номер два. Точнее так, это появится вновь тот самый Рогозин, которого мы знали по проекту «Партии Родины». Ему позволено все. Он представлял эту власть в переговорах, в диалоге с военным блоком НАТО. Он знает правила игры великолепно. В первой обойме России он, как говорится, запасной патрон.